Thank you.
чемпионате мира по спринтерскому многоборью Журова заняла 19 место, а через год дебютировала на Олимпиаде. Хата отпевать ребенка. У сервиса есть собственный автопарк на первом этапе. Первая представительница российского конькобежного спорта, добившаяся такого результата. В 1996-м ей покорилось золото чемпионата мира на отдельных дистанциях на 500-метровке. Однако до олимпийских наград добраться никак не удавалось. Дистанции 1000 метров серебро. Показала лучшее время на той же дистанции у женщин. Александр Румянцев пришел к финишу вторым в заезде на 5000 метров. А Наталья Воронина...
Ah.